Десятки тысяч первокурсников приняли сегодня участие в студенческих парадах. Массовые шествия прошли в 40 городах от Хабаровска до Петербурга. Некоторые из тех, кто приносил торжественную клятву на верность студенческому братству, меньше чем через месяц будут представлять свои регионы на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи. Репортаж Елены Пич. Кричалки, шумелки и просто задорное скандирование названия своего вуза на разные лады. Со стороны кажется много шума из ничего, но в конце концов за последние лета так 800 студенты мало изменились. Гаудамус, Сигитур, Ювенус, Думсумус. Будем веселиться, пока мы молоды. Вот оно племя, молодое, пока незнакомое, но очень шумное. В этой колонии 8 тысяч первокурсников из 28 учебных заведений Волгограда и Волгоградской области. Студенческое братство. Вот ощущаете ли вы это сейчас? И что это вообще такое? Конечно, ощущаю. Это вот мы как будто все одно целое. Впереди только радость, только счастье, только море новых эмоций. Веселая студенческая жизнь, да. Много нового, новые знания. У них и правда все впереди, нет сомнений. И их энергии хватит не только на учебу. Они поют и танцуют, изобретают новые и берегут традиции. Часть делегации, которая уже в октябре будет представлять Волгоград на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи, в буквальном смысле выходит под флагом региона и пускается в пляс. Море позитива, море энергии. И очень хочется поучаствовать во всем этом. Впитать это все в себя и принести в наш родной любимый город. Архангельский, Барнаул, Владимир, Екатеринбург, Казань и Нижний Новгород. Перекличка в прямом эфире объединила больше 40 городов, где сегодня прошел парад российского студенчества. Но самыми первыми были первокурсники дальневосточных вузов. По улицам Хабаровска они принесли российский флаг и спели знаменитый студенческий гимн. На площади Грозного впервые 3000 студентов из 4 вузов республики все вместе дали клятву первокурсников. Они пообещали не только быть верными студенческому братству и беречь честь альма-матер, но и трудиться, чтобы получить глубокие и всесторонние знания. Те знания, которые мы получили в этом университете, мы будем использовать на флаге России. В Санкт-Петербурге студенческий парад начался на воде. Представители 20 учебных заведений сначала прошли по рекам и каналам города, а потом с корабля на парад. Влились в большое шествие на Заячьем острове. Ни ветер, ни дождь не могли помешать первокурсникам веселиться. И уж точно не будет преград, чтобы сбылось то, о чем они мечтают. Развивать страну. Защищать ее. Мы авиаторы, поэтому нужно придумать новый аппарат. Хочу заменить Windows чем-нибудь менее сложным, более понятным для пользователей. Шествие самого парада по России замыкали в Сибири. Учащиеся институтов, университетов и академий отпраздновали не только посвящение в студенты, но и символически открыли 19-й Всемирный фестиваль молодежи. Мы очень активны, и мы очень многого хотим, у нас очень много амбиций. И мы, конечно, нас замечали. Во всех городах во время праздника студентов российских вузов приветствовали, подбадривали и давали им советы. Академики и политики, артисты и спортсмены уверены, эти юноши и девушки еще прославят нашу страну. Елена Пич, Александр Вихтинский, Дмитрий Орехов, Светлана Ведяшкина, Первый канал.